К новостям спорта. Хоккейный клуб «Лида» в четверг провел очередной матч экстралиги против «Металлурга». Вслед за поражением от «Могилева» последовала фиаско в «Жлобине» 2-8. Впервые в сезоне в ворота «Лиды» влетело 8 шайб. В этом поединке на лед выходили оба вратаря, и оба ничего не смогли противопоставить яркой игре жлобинчан. Отметим, в составе нашей команды дублем отметился Владислав Бойко.